здесь, в особняке Серебряковой, на новом кампусе Европейского университета. Мы ждали, пока пройдет гроза, поэтому немножко с опозданием, и те, кто идут от метро, смогли бы тоже дойти. Мы до этого не проводили академических и больших публичных мероприятий здесь, но вот сейчас, так сказать, выходя из ужасной эпохи онлайн в нормальную жизнь, мы рады начать наш или возобновить наш цикл почетных лекций. На этот раз прямо под прицелом крейсера «Авроры» главного калибра. И сегодня под прицелом крейсера «Авроры» у нас будет выступать очень необычный человек. Я сейчас попробую представить то, чем для меня совершенно необычным является Леонид Богуславский. Вот мне интересно это услышать, да. Я про себя, может быть, что-то не знаю. Он такой же необычный, как не Евклидова геометрия. Леонид родился в Москве, понятно, закончил Московский институт инженеров транспорта и потом пошел работать в ту отрасль, которая сейчас называется Computer Science. А это, минуточку, 70-е годы, вторая половина 70-х годов. Первая, когда пошел, но вторая половина, когда опубликовал свою первую статью. Нет. На английском языке. Ну, хорошо. Вот. Прости, и по образованию инженер математик и физик, и занимался математическим моделированием компьютерных сетей, то есть того, что впоследствии станет интернетом. То есть идеи того, как соединять компьютеры в единую сеть, обмениваться данными, заставлять их работать вместе. Это были параллельные работы и в Советском Союзе, и в США. И занимался этим Леонид в Институте проблем управления в Москве. И в 1976 году опубликовал, по-моему, он первый в Советском Союзе, опубликовал на английском языке статью в одном из ведущих мировых журналов. Это журнале International Society. IEEE Transactions on Computers. Да. IEEE Transactions on Computers, да, спасибо. Я бы дольше гораздо вспоминал это. Вот, и, собственно, был на пике своей, вернее, на восходящей траектории своей научной карьеры. Потом стал заканчиваться Советский Союз, но уже в это время Леонид, работая в Институте проблем управления, был знаком, и тут я могу спросить, насколько хорошо вы знаете историю и какой исторический персонаж 90-х годов работал в Московском институте проблем управления. Да, с Борисом Березовским, который уже тогда начинал предпринимательскую деятельность. Тем не менее, Леонид, уже имея очень серьезную репутацию в Computer Science, был приглашен в Университет Торонто на позицию профессора и уехал в 91 году в Университет Торонто. А Университет Торонто это в мире известен тем, что Университет Торонто – это университет, где одни из самых высоких зарплат в мире. Я думаю, что он входит, наверное, в топ-10 самых высоких зарплат. И, в общем, вот то, о чем многие из здесь сидящих могли бы только мечтать еще молодым человеком, уже имея заслуги, и еще в Советском Союзе, уже имея возможность уехать, и уехал, и был в Торонто на профессорской должности, но через несколько месяцев, а это 91 год, разваливающийся Советский Союз, отсутствие перспектив, неопределенность, но тем не менее Леонид делает странный разворот и возвращается в еще Советский Союз, и потом уже не Советский Союз, в России, для того, чтобы заниматься бизнесом, и занимается бизнесом в компании «Логоваз». Но возглавляет там
отдел или подразделение, подразделение, которое занимается как раз компьютерами и софтом. А в то время как Логоваз занимается вовсю импортом иностранных автомобилей и строит дилерскую сеть. Там, соответственно, Березовский, Патаркацишвили, и, в общем, вся известная команда 90-х. Потом происходит еще один поворот, в то время как Логоваз находится на головокружительном подъеме к сверхприбылям и на пути к олигархии. Леонид выходит из Логоваза вместе с тем подразделением, которое занималось IT, которое, конечно, Березовскому вообще не интересно, он этого не понимает, начинает развивать свой бизнес. Я не узурпирую. Узурпирую. Давай я расскажу лучше, потому что придется повторять. Два предложения, я замолкаю. Значит, да, мне просто очень интересно, действительно, это было все читать. Ну и дальше начинается карьера в компьютерной отрасли, карьера инвестора. И тоже Леонид совершает несколько разворотов. И, в общем, то, что любому человеку и внешнему наблюдателю кажется алогичным поведением, то есть человек, находясь, в общем, достигнув определенного успеха, разворачивается на 180 градусов и снова начинает заниматься чем-то, но если не с нуля, то, по крайней мере, с очень большим дисконтом по отношению к достижениям прошлой жизни. Так вот, я хотел сказать, что с внешней стороны это кажется странным и алогичным, а сегодня мы, возможно, услышим, как это выглядит изнутри, и какое-то самообоснование, почему так надо. Но есть один, значит, в своей книге, или не главе, глава в книге, которая называется «Мы здесь, чтобы побеждать», очень рекомендую, и наверняка Леонид расскажет, кого побеждать и кого он побеждал в жизни. Есть утверждение, что мы не замечаем, что большое число предпринимателей пришло из науки. Не из государства, не из комсомола, не из бандитов, не из спортсменов, а именно из науки. И, собственно, сегодня, и почему нам это интересно, Леонид будет этот тезис иллюстрировать. Я сомневаюсь, что между наукой и предпринимательством существует такая связь, но есть, возможно, один элемент, который между ними их связывает, это спорт. И я закончу свое представление на том, что Леонид — это полноценный Ironman, полный Ironman, по-моему, четыре раза Ironman. Кто не знает, это 3,8 плыть, 180 велосипед и 42 бежать в стык. Вот, и возможно, это и есть missing link между наукой и предпринимательством успешным. Спасибо. У вас есть? Сейчас нет динамика. А может, я тогда с микрофоном? Слышно? Слышно? Да. Нормально, да? Ну, хорошо. Я начну сидя, потом встану, буду ходить. Что? Иначе я только буду мелькать, и уже буду в глазах будет рябить. Спасибо, Вадим. Спасибо всем, кто сегодня пришел в такую непогоду. Вот, для меня это очень почетно и интересно. А вообще я последние два года, если раньше я старался, в общем, держаться больше в тени, то последние два года я не отказываюсь от приглашения, особенно если выступление будет перед такой молодой аудиторией, перед молодыми ребятами, потому что я это рассматриваю как такую интеллектуальную филантропию. А вот это надо отключить. Да. А вот это. Раз, два. Отлично. Надо его отключить, иначе они будут соединяться. Все. Сделали, да? Спасибо. Ну, смотрите, вот
Ну, я часто об этом говорю, что вообще, да, вот важную такую скажу вещь заранее. То, что я буду говорить про себя, это не обязательно применимо ко всем. Более того, ну, я считаю, что во многом это такое персонифицирование, вот эти вещи, которые я пытался делать, и как я устроен, это, конечно же, в общем-то, персонифицированные моменты, но, может быть, там какие-то такие более общие, что ли, интересные технологии, скажем так, жизненные технологии вам тоже будут интересны. Основное, вот как очень даже в каком-то раннем детстве, и основной у меня такой момент был, который вообще определял мою всю жизнь, это было то, что я был такой мечтатель. Но не просто, не фантазер, вот это очень важно, а мечтатель. Потому что я мечтал о том, что, в принципе, ну, можно достичь. Может быть, это очень сложно, но, тем не менее, есть шансы достичь вот ту вершину мечты, которую я сам себе сконструировал. И, ну, я могу так сказать, что это, я такой проектный мечтатель. Ну, то есть, после того, как я понимаю, куда мне хочется добраться, и что это будет очень круто, то дальше я этот путь стараюсь выстроить как проект. Причем это чисто интуитивно происходило, потому что вот мой самый первый проект был в шестом классе. В шестом классе я увлекся биологией и начал ходить в клуб юных биологов московского зоопарка, ухаживать там за животными. И, в общем, мне это очень нравилось. Я там бегал с очком, собирал профессиональные коллекции бабочек и жуков, ну и так далее, и так далее, и так далее. Я очень быстро узнал, что, ну, вот для школьника есть вот некая вершина в биологии. Вершиной была Олимпиада МГУ по биологии. Ну и если это первая премия, то это выиграть Олимпиаду, это значит действительно такая вершина. И надо сказать, что я очень быстро, когда увлекся биологией, я начал мечтать, что вот я хочу выиграть эту Олимпиаду. Дальше удивительно, никто мне это ничего не рассказывал, более того, родителям, в общем, не особо нравилось, что я с очком бегаю. Вот папа мне говорил: ты что, так теперь всю жизнь с очком будешь бегать? Но, тем не менее, я понял, что я как-то сам себе определил, что мне надо изучать и какой процесс мне надо пройти для того, чтобы вот стать крутым, реально, ну, школьником, но крутым вот в биологии. Там был два тура. Первый тур был, ну, письменный, там, более-менее такой относительно легкий, а второй тур... Олимпиада в МГУ – это очень сложный, потому что надо было пройти 8 кафедр на каждой кафедре, еще раз, а это я делал в 7 классе. То есть в 6 я увлекся, пошел на Олимпиаду в 7. Надо было на каждую кафедру прийти, и там тебя старший преподаватель или там доцент, может быть, аспирант, ты ему сдавал экзамен, и он тебе ставил оценку. И надо было, соответственно, набрать какую-то очень большую сумму баллов для того, чтобы как-то, в общем, отличиться на этой Олимпиаде. И вот, зная, как это будет происходить, я фактически обманывал школу и обманывал родителей, потому что я рано утром уходил в районную библиотеку и высаживался там на весь день для того, чтобы изучать справочники и определители, потому что там очень важно было... Тебе показывают, говорят, вот что это такое, ты должен был сказать, что это, и рассказать, там, не знаю, об этом насекомом, или об этом животном, или об этом там пресмыкающемся, и так далее, и так далее. Там я даже пошел на кафедру простейшие, есть такое, я там много чего знал. Вот. И я реально неделю прикидывался в школе, что я больной, и вот каждую неделю я ходил в библиотеку. Ну, в результате, кстати, я выиграл Олимпиаду, у меня там первая премия была, вот, все это было очень удачно, и получилось так, что мечта реализовалась.
Вот это очень важный момент, который у меня вот всю жизнь происходит. Тот момент, когда я добираюсь до некоторой вершины или до некоторого плато, которое я не понимаю, как дальше. Ну, что тут еще дальше можно сделать, неважно, в моем возрасте или в моем положении, то я невольно начинаю искать себе там другую мечту и, ну, тем самым, скажем так, другую деятельность и придумывать вершину, вот, в которой я бы постарался стать самым лучшим вот в этой деятельности. Отсюда вытекает первое правило, которое я вам с вами буду делиться своими правилами жизненными, которые я вот еще в школе для себя сформулировал. Потому что в школе меня периодически, ну, как в любом там классе, я думаю, что в студенческих группах то же самое, есть какая-то тусовка, которая объединяет, что называется, ну, самых таких активных ребят и так далее. И там есть какие-то виды, ну, что-то, чем эти ребята, ну, как бы круты в своей тусовке. Ну, у нас это было так, что кто-то играет на гитаре очень хорошо, у меня слуха нет, кто-то там танцует, кто-то там спортсмен совершенно там великолепный и так далее. И вот на начальном этапе, так вот в ранних, там, сначала в школе, как и многие другие, мне хотелось вот в этой толпе, то есть делать то, что делают они, постараться там как бы стать своим вот в том, что делают они. И вот я тогда себе, у меня это не получалось, к счастью, тогда я себе сформулировал, что надо, независимо от того, что делают люди вокруг тебя, самому себе ответить на вопрос, что тебе нравится больше всего и в чем ты хочешь стать лучше всех. Вот просто совсем лучше всех. Понятно, что, ну, то зачастую ты можешь туда не добежать, не докарабкаться, но когда ты планку ставишь так высоко, то ты по-любому достигнешь какого-то высокого уровня. Может быть, вот ты будешь там не самым крутым, я не знаю, в мире в этом деле, но ты будешь там, ну, ты будешь крутым. То есть ты будешь крутым, я не знаю, в городе, в стране или одним из ведущих. И вот дальше произошло следующее, что я закончил школу, это была физмат-школа, очень известная в то время, были очень хорошие учителя. Тогда было не просто с моей национальностью, и поэтому меня, в общем, завалить не удалось. Я на физфак хотел поступать в МГУ, но меня не завалили, но, тем не менее, баллы я не добрал, потому что, в общем, на устной математике там было, в общем, по беспределу происходило. И я поступил в МИИТ. Почему я поступил в МИИТ? Потому что, это, кстати, интересная история. Дело в том, что за пару лет до того, как я поступал, а я поступал в 68-м году, было известное дело такого диссидента, ученого, Есенин Вольпин. Есенин Вольпин – сын Сергея Есенина, который, в общем, начал там бороться за свободу, за то, чтобы высказывать свое мнение и так далее. Его посадили в психушку. И большая группа ученых написала протестное письмо президенту Академии наук. И вот часть этих ученых, это были очень сильные математики, мехмата МГУ, их уволили. Их уволили, а вот ректор МИИТа Кочнев, он взял их на работу. И в результате в МИИТе оказалось две очень сильные математические кафедры. И вообще, значит, вот я заканчивал по специальности прикладная математика, и у меня были там потрясающие математики учителя. Здесь очень интересно тоже, вот я как-то сам на это набрел. Я на четвертом курсе начал просматривать всякие журналы про там кибернетику, математику, прикладную там управление и так далее. Я увидел в одном из журналов «Автоматика и телемеханика» обзорную статью. Это была первая обзорная статья в Советском Союзе, посвященная математике по оценке качества и эффективности компьютерных систем.
То есть какие вот, ну, в основном это модели были там, связанные с теорией вероятности, стохастическими процессами. В общем, там была такая зачастую серьезная математика. Ну, был обзор таких моделей. И я посчитал, что мне вот это очень интересно. Мне еще повезло с моим преподавателем. У нас как раз вот один из этих людей, там, бывших мехматовцев, была профессор Венцель. Не знаю, так сказать, не смотрел, существует ли до сих пор, но многие, несколько десятилетий у Венцель были основные учебники по теории вероятности и исследованию операций. Вот. И она работала в институте, и, в общем, я к ней подошел на какой-то лекции и сказал, что вот, вы знаете, я хотел бы с вами там студенческой научной работой заниматься. И она меня взяла под крыло, и вот я ей притащил этот обзор, и говорю, вот это интересное направление, то есть математика про компьютерные системы. И на четвертом курсе я начал этим заниматься, реально. Ну, в результате моя научная карьера действительно оказалась довольно успешной. То есть я сначала начав, то есть я исследовал алгоритмы там, управления виртуальной памятью, потом я исследовал многопроцессорные системы, потом я начал исследовать компьютерные сети. Интернета тогда не было, но была уже сеть ARPA в Америке, и вокруг сети ARPA на ней фактически отрабатывались протоколы передачи данных, взаимодействия, распределения ресурсов. Это была такая серьезная математика, и вот я, собственно, в нее погрузился и начал этим заниматься. И вот первая задача, которую я должен был, ну, которую я себе увидел, что, которая представляла очень большой интерес, эта задача оказалась очень трудной. Там надо было найти оптимальный алгоритм, в общем, замещение страниц виртуальной памяти. Задача была очень известная, они там много там писали, было много статей американских, европейских. И вот мне было интересно найти там оптимальный алгоритм и доказать, что он еще оптимальный. И вот я хочу сказать следующее, то что многие из вас, наверное, ну, причем это не важно, какая наука, в общем, занимаются или будут заниматься наукой. Я думаю, что у меня бы не было, в общем, такого, ну, скажем так, успеха предпринимательского, который получился, если бы я не занимался наукой. А наукой я занимался и больше ничем. Я занимался вот такой серьезной математикой 17 лет. То есть 17 лет я занимался только наукой, больше ничем. И я помню, что вот у меня была мечта вот понять, какой же алгоритм оптимальный, и я год... Вот, так сказать, пытался понять, какой он, ну, потому что надо было сначала понять, какой, а потом доказать, что он оптимальный. Мне это заняло действительно год, причем такого глубокого погружения, и это была мечта. Вот была мечта, я только об этом думал, там, вплоть до того, что я встречался с девушкой, девушка мне говорила, ты что, там, на меня не смотришь, и, в общем, чтобы... А я все время вот, я как-то это погрузил в себя, и это была такая... Такое напряжение воли, что я вот, ну вот все-таки что там, я это должен понять. И в какой-то момент, в общем, это для меня открылось, и я эти результаты получил, они действительно оказались более-менее, они оказались уникальными. И дальше вот я хотел сказать очень важный момент. Из того всего, всей моей научной карьеры, все те процессы, которые я проходил как ученый, ну, так сказать, я имею в виду там литературу, там решение каких-то вопросов, подготовка статьи, там, я не знаю, пробивание этой статьи, доказывание, что у тебя что-то оригинальное, потом там, не знаю, подготовка диссертации, защита диссертации и так далее. Это вот по процессу, это чисто предпринимательская деятельность. Предпринимательская деятельность и в бизнесе вот устроена ровно примерно таким же образом. Потому что у тебя должна быть там большая мечта,
у тебя должны быть конкретные цели для того, чтобы туда прийти. И дальше нужно включать волю. Включать волю и себя, в общем, толкать по этой лесенке. И у меня был такой, например, момент, что вот когда я вот эти результаты, то есть мечта уже как бы, первая мечта сбылась, я получил эти результаты. Но дальше я понимал, что это будет совершенно круто, если я, советский ученый, опубликую свои результаты в ведущих там американских журналах. Ну, потому что где мы и где американцы в Computer Science. Вот. И вот то я туда пробивался больше двух лет, и это было, ну, это вот абсолютно как бы такой бизнесово-предпринимательский процесс. То есть мне надо было написать статью на английском. Английский я не очень хорошо знал. Я придумал, как сделать так, чтобы был очень хороший текст. Я понял, что его нельзя ни в коем случае отдавать переводчику, потому что его сразу даже читать не будут. Вот, то есть я обложился статьями, например, на ту же тему, и кусками выбирал фразы из там американских статей, ну, естественно, вставляя в них свои там какие-то там обозначения, свои формулы и так далее. Но тем самым делал статью такую, чтобы ее читали, как будто ее там написал англоязычный человек. Вот. В то время надо было получить еще разрешение отправить статью за рубеж. У нас, как в любом академическом институте, был международный отдел, надо было туда принести, ее там как-то просматривали на предмет там секретно-не секретно. И вообще отправлять с почтампа, с международного почтампа, мог только вот сотрудник этого международного отдела. Вот это все надо было пройти, значит, статью отправили. И через некоторое время я получил удар, потому что статью разослали американцам на рецензирование, и там два американца прислали отрицательный отзыв. Там, ну, как бы у меня все было верно, но они сказали, ну, это как бы так туда-сюда, может быть, не очень интересно для нашего там журнала. Ну, в общем, фигню написали. Но самым большим ударом было, когда через полгода я увидел, что они опубликовали мои результаты. То есть вот это научное воровство, оно, так сказать, знаете, мне один великий математик наш как-то сказал, Леонид, ну, зря ты занимаешься наукой. Я говорю, почему? Он говорит, понимаешь, наука – это грязная яма, где дерутся лопатами. Ну, так сказать, вот действительно такое воровство существует везде, оно существует в России. Мы сами знаем там компиляции, диссертации, как люди пишут, но оно существует во всем мире. И получив этот ответ, вот смотрите, вот это очень важный был момент для меня. То есть что я мог сделать? Я мог утереться и сказать себе, ну, попробовал, но не получилось, да? Но я себе сказал, значит так, нифига, я, значит, сейчас потрачу время на то, чтобы усилить эти результаты, получить еще новые результаты в дополнение к этим, и опять пошлю статью. И там через несколько месяцев я это сделал, я переделал статью, я добавил новые результаты, послал. И в результате, в общем, статья была принята и опубликована. Действительно, в 1976 году, это такой мировой известный серия журналов, IEEE Transactions, вот Computer Science, это Transactions on Computer, там есть еще Software Engineering. И это была первая статья вообще из Советского Союза, которая вот была опубликована. Ну и, в общем, моя научная карьера действительно была достаточно успешной. Я доктор наук, вот, я профессор, был в университете Торонто. У меня три монографии по вот, математике вокруг компьютеров и компьютерных сетей. Больше 100 статей опубликованных. Но дальше, вот когда я оказался в университете Торонто, и почему я через несколько месяцев начал, в общем-то, как бы выбираться оттуда. Потому что я попал действительно вот в такую ситуацию, когда, нельзя сказать, что это золотая клетка, но я попал
Значит, у меня был мой офис, на нем было написано мое имя. Вот, там была уважуха, была большая зарплата. У меня, значит, непосредственным руководителем был заведующий кафедрой. У нас с ним там намечалось пару совместных публикаций и так далее. И я вдруг в какой-то момент понял, что я вот нахожусь на этой как бы вершине, в своей, потому что я все-таки понимал, что я не выдающийся математик, может быть, так сказать, мне там где-то и повезло, в общем, способности есть, но я раньше понимал так, что вот мне теперь, у меня есть две альтернативы, либо начать что-то другое совсем, либо держаться вот за этот офис двумя руками и доказывать, что я могу сюда приходить, что я могу здесь работать, там, публиковать 1-2 статьи в год, там, на каком-то таком нормальном уровне, вот, и дальше, там, не знаю, до пенсии я могу, вот, все будет нормально. И, наверное, большинство людей, это правильная, в общем-то, правильная карьера. Еще раз говорю, то, что я сказал, что это персонифицировано, то, что я о себе говорю. А у меня началась почти депрессия, потому что я понял, что вот все, я теперь, я не понимаю, что бы, вот я не могу себе сформулировать следующую мечту. И могу только, кто же называется, функционировать. Или там по-другому я себе это определил, оборонять периметр. Вот у меня есть теперь этот периметр, я просто должен его защищать, чтобы меня отсюда не выбросили, и все. И вот тогда я как раз принял решение, что я ухожу в предпринимательство. Но надо сказать, что к этому были предпосылки. А предпосылки были такие, что еще в середине 80-х, на самом деле после 12 лет занятия чистой науки, я решил, что поскольку я занимаюсь математикой в компьютерных сетях, то мне интересно сделать что-то практическое. И мы с небольшим коллективом программистов, я его возглавлял, мы написали, причем это было неформальное, вот очень интересно, это был неформальный коллектив, можете себе представить, в Советском Союзе. То есть это не было ни в каких планах создать этот софтвер, а просто, значит, пару ребят из Кишинева, и вот я еще один человек из Москвы, мы такой, знаете, неформальный творческим коллективом начали писать софт в середине 80-х. И мы написали софтвер, позволяющий объединять в единую сеть, компьютерную сеть, разнородные компьютеры. И это оказался успешный проект. Потому что вот это опять было какое советское предпринимательство, когда я убедил там директор института нашего послать нас, когда там пришел вызов, сказали, там вот такая конференция по компьютерным сетям, пошлите кого-нибудь из института в Прагу. Вот. И мне удалось убедить директора, что у нас есть что-то за душой, и можно нас отправить. Нас отправили в Прагу, там я убедил торгпредство, что вот ближайшая будет выставка компьютерная в Чехословакии, и мы можем там полностью прямо развернуть на выставке вот эту компьютерную сеть и показать разнородную. Большие машины, средние машины, персональные. И мы это сделали, в результате мы получили 2 крупных контракта. Один в Чехии, один другой в Словакии. Это 87-й год, еще никакого бизнеса нет. Значит, эти контракты, естественно, ими должна была заниматься Академия наук, которая ими заниматься не могла. Потому что, знаете, надо было изготовить кабель межмашинный, и кто там будет изготавливать этот кабель. А в это время подоспел закон о совместных предприятиях, и вот, собственно, Березовский действительно пробил совместное предприятие, в котором учредителем был наш институт, Институт проблем управления, и Институт проблем управления передал вот эти 2 контракта в совместное предприятие. И, собственно, то, с чего начинался Логоваз, это были совершенно не машины, а Логоваз начинался вот с моих 2 вот этих контрактов по софтверу для создания сетей. Ну и у меня было маленькое подразделение, которое занималось софтом. Вот. И потом, когда начались уже большие такие компьютерный бизнес и так далее, мы вошли в такое противоречие, наверное, с Березовским, потому что он
Он мне все время говорил, что он мне говорил, что я занимаюсь мышиной вознёй со своими. Тогда уже у меня было соглашение с Oracle и на дистрибуцию software Oracle в России, в Советском Союзе. Но тогда Oracle мало кто покупал, потому что все копировали, а Oracle был не защищен. Как, впрочем, и сейчас он не защищен. И, в общем, он говорил, кончай вот это все свое информационные технологии, свои сети. Вот, там, мне говорил такую фразу, ты мне нужен для больших дел. Но я сказал, что, в общем, я, тем не менее, вот для меня вот это интересно. Я здесь, у меня здесь есть тоже мечта, я хочу построить большую IT-компанию. Вот автомобили мне неинтересны. И, в общем, и мы расстались. Мы расстались в 92-м году. И вот я забрал, ну, то есть мы соглашение подписали, то есть все было четко. Мы остались в хороших отношениях. И я ушел, основал свою компанию, которая через несколько лет стала одной из крупнейших IT-компаний в России, потому что у меня была тоже мечта делать очень крупные, сложные проекты технические. И компания была известна тем, что она сделала три действительно, ну там было много мелких проектов, но самые уникальные проекты, это мы стали генеральным подрядчиком на автоматизацию, полную компьютеризацию Государственной Думы России. Вот эти два здания на Охотном ряду, вся IT-инфраструктура, это был очень большой контракт по тем временам, она создана нами. Вся архитектура разработана, все там оптоволоконные кольца, там всякие ЦИСКи, маршрутизаторы, концентраторы, Oracle, многомашинный отказоустойчивый комплекс и так далее. Вот это мы все сами сделали. Был еще другой проект, за который мы получили мировую награду. Это была система приватизации квартир в городе Москве. Это тоже, ну, в общем, наш проект. И третий проект, который тоже уникальный, это мы были генеральным подрядчиком по разработке автоматизированной системы паспортного контроля Узбекистана. То есть в Узбекистане вот мы сделали на всех пунктах, во всех районах вот систему управления паспортами, там общие базы данных, это тоже все мы делали. Вот здесь я еще скажу об такой важном, о важном инструменте моем, который я быстро понял, что так надо действовать, и который вот он является универсальным. Я очень быстро вот как-то где-то сообразил, где-то заставил себя, что надо не стесняться и общаться с людьми, которые намного там опытнее тебя или успешнее тебя. Потому что, ну, большинство людей просто стесняется. Ну, например, я там пошлю письмо такому-то или там, не дай бог, позвоню, вот он меня пошлет куда подальше, я там маленький, вон там, и так далее. Я для того, чтобы... Я как-то сам сообразил, что очень важно понимать и знать наилучшие практики. Ну, в каждой деятельности. Вот какая наилучшая практика вот в этой деятельности? Это может быть любая деятельность. Если вы занимаетесь наукой, кто самый крутой ученый в мире, который вот занимается вот похожими вещами, что и вы. Значит, если брать вот этот как бы пример, то что делал я? Я определял для себя, ну, это тогда были главы выдающихся компаний, американских и европейских, я писал им письма. И в письме я писал, я такой чувак из России, у меня там компания такая небольшая и так далее, вы такой крутой, вот было бы очень здорово, если бы вы мне уделили час времени, чтобы я приехал, и вот у меня есть целый ряд вопросов, я был бы очень признателен. И вы знаете, 90% людей откликалось и говорило, Леонид, приезжай, очень интересно, нам интересно познакомиться. То есть отказа практически не было. Вот это очень важно. Потому что людям, особенно людям, которые уже достигли каких-то там успехов и так далее, им нравится делиться, особенно с молодыми ребятами или вот, с начинающими там что-то, своими там находками, достижениями и так далее. Я потом то же самое делал с конкурентами, с прямыми. То есть я старался встретиться с конкурентом, который в чем-то сильнее меня,
Вот я ему что-то свое расскажу, он мне что-то расскажет и так далее. А вот на те встречи за рубежом я летал, у меня был список из 30 вопросов, и я пытался в течение часа получить ответы на все эти вопросы. Потом, когда я возвращался в Москву, то я перестраивал свою там деятельность или работу, или там делал какой-то тюнинг в компании на основании того, что я подсмотрел, увидел, что мне рассказали. То есть у меня были... Я из-за этого все время был на шаг впереди по сравнению с другими на российском рынке. Потому что я перестраивал компанию, делая ее вот такой понятной, что она устроена так же, как там передовые компании в мире. Это помогло мне, кстати, вот именно поэтому, после этих больших проектов, после того, как я перестроил компанию, когда начали посещать нас всякие большие ребята, типа там IBM, Pricewaterhouse, Coopers и другие, они приходили к нам в офис, когда я их водил по офису, рассказывал, как мы устроены, а я переделал так, что мы вместо того, чтобы быть устроены отделами продуктовыми, то есть был отдел, который продавал, там, не знаю, Oracle, был отдел, который продавал Компаки, был отдел, который продавал, там, не знаю, Cisco. Вот. А я это все ликвидировал, потому что я увидел, что надо продавать не конкретные товары, а надо продавать решения для индустрии. Я там... вызываю это самое наилучшего продавца Oracle и говорю: все, ты теперь Oracle не продаешь, ты теперь продаешь все наши решения финансовому сектору, банкам. А другого назначаю, что он теперь отвечает за промышленные предприятия, а третий там за розницу и так далее. Вот. А продукты уже возникают под ними. И когда я это сделал, и вот приходили большие ребята, то они смотрели на это и говорили: другу, слушай, а у него же точно так же, как у нас. И благодаря этому в 96-м году, в конце, так сказать, я оказался такой, знаете, невестой на выдане, потому что три больших стратега, IBM, Pricewaterhouse и DS, захотели купить мою компанию. И это, в результате я сделал сделку только потому, что у меня была мечта все-таки сначала я хотел сам построить международную компанию, то есть самая крутая мечта у меня была, хорошо сделать эти большие проекты, но реально сделать компанию международную, то есть российская компания, которая бы работала на глобальном рынке. Но я понял, что это просто невозможно в IT-консалтинге, в системной интеграции, чтобы русские ребята там что-то такое проектировали и делали для крупных заказчиков за рубежом. И поэтому я решил, тем более, что была хорошая сделка, в общем, деньги приличные предлагали, и я продал свою компанию LVS. Мы перешли, я тоже перешел в PricewaterhouseCoopers. Вот, я в результате стал старшим партнером, отвечал за весь управленческий консалтинг в России и в странах СНГ. Вот. И действительно, как какое-то отношение стало более я стал более международным, потому что я ездил на конференции. И еще такой важным моментом, из-за того, что партнеры понимали, что я знаю много про интернет, они меня тогда в конце 90-х годов еще сделали лидером по электронному бизнесу. Тогда это называлось e-бизнес. В Центральной Европе. И я начал ездить по конференциям, встречаться с стартапами западными, интернет-стартапами, и я понял для себя, что вот это просто фантастический завтрашний день, что это просто огромное, это такой цунами интернет, который идет. И я начал инвестиции. А дальше действительно был такой непростой момент. И вот здесь я опять говорю о втором механизме, что очень часто люди говорят: ему повезло, а мне не везет. Дело в том, что я считаю, что везение или удача — это такое, как я говорю, рукотворное дело. Это мы сами себе создаем везение или там удачу. Потому что каждому человеку, каждому из вас
время от времени прилетают какие-то уникальные возможности. Ну, просто я просто повторюсь, я часто это говорю, потому что я считаю это очень важно. Но люди делятся на тех, которые не видят этих возможностей, но большая часть людей видит возможности, но не хочет выходить из зоны комфорта. То есть они видят, что вот это, конечно, наверное, интересно, но сейчас-то все как-то, ну, там более-менее, все-таки там синица в руках есть, и поэтому я ничего менять не буду. Это рискованно, я могу облажаться. Большинство людей не становятся успешными только потому, что боятся облажаться. Вот это очень важное, вот это общий такой месседж, если хотите. Большинство людей не становятся успешными, потому что боятся облажаться. Потому что я лажался непрерывно. Вот, я лажался непрерывно, но очень важно, я это воспринимал, я себя так настроил, я это воспринимал, что это оплаченные уроки. То есть вот я совершил ошибку, я потерял там какие-то деньги, или даже меня как подвел какой-то человек, которого я считал своим близким приятелем, а он там поступил непорядочно по отношению ко мне, то есть я это не понял и так далее. Я всегда говорил себе две вещи. Первое, что, во-первых, я сам в этом виноват, а второе, это то, что это просто оплаченный урок. Ну вот как, если вы хотите там научиться серьезно играть в какие-то там азартные игры, в карты, например, в покер или там на бильярде или еще где-то, вы должны проиграть некоторую сумму денег. Без этого вы не научитесь играть на хорошем уровне. Ну вот я на свои эти самые, на свою лажу смотрел вот ровно так. И это меня, кстати, все время успокаивало. Я считал, что ну да, это я как бы заплатил, теперь я вот это проанализирую и надеюсь, что я в следующий раз такой уже ошибки не совершу. И дело в том, что у меня вот действительно такой выработался механизм, или, и я считаю это очень важным, что любой человек может фактически увеличить это пространство возможностей. Ну, потому что если сидишь дома, там, ничего не делаешь, там, не знаю, ни с кем не встречаешься, там, замкнулся в себе и так далее, то вам уникальная возможность прилететь может, ну, маленькая вероятность. Поэтому я, например, всегда иду, куда, когда меня куда-то зовут. Вот просто я всегда иду, куда меня зовут. Я там езжу, когда, если меня там куда-то приглашают. Я встречаюсь со многими людьми. Я очень много читаю. Вот. И это действительно вот, очень важные какие-то ключевые моменты в жизни, которые у меня возникали. Я могу так сказать, что это прилетевшие уникальные возможности, но они прилетели именно потому, и вот в событие, которое с этим было связано, потому что я, допустим, там не остался там дома, не знаю, там смотреть какой-то фильм, а вот я пошел на ту встречу, где мне сказали: слушай, ну приходи, там не очень понятно, но там пару интересных людей будет. И я все бросал и шел. Вот я тем самым увеличивал вот это пространство, из которых могут прилетать уникальные возможности. Ну и вот важнейшим моментом было то, что я себя убедил, что я могу рисковать, что я не боюсь облажаться. Потому что вот было несколько, ну было два ключевых, наверное, ну их было несколько, но два совсем прямо вот таких события, три вернее, события, при которых люди считали, что я сошел с ума, потому что, не знаю, там... Наверное, там 95% людей никогда бы это не сделали. Первое – это отъезд из университета Торонто, где я был в полном шоколаде. И, на секундочку, я вернулся в Россию, когда я ехал из аэропорта, то на Охотном ряду, и там, где сейчас Лубянская площадь, там костры горели, мусор жгли. Там жгли мусор. Представляете себе картинку? Вот я еду из аэропорта, куда я приехал, что тут вообще происходит, что я наделал? Вот. И я, тем не менее, фактически вот остался. То есть там бросил университет. Это первое. Второе, это действительно, когда я уходил из Лаговаза. Потому что я был зам генерального директора. Я отвечал за коммерцию и развитие бизнеса. Впереди были там грандиозные планы у Бориса. А мы в юности дружили. То есть я для него был не посторонним человеком.
Но я посчитал, что вот то, чем мы занимаемся, оно никак не, ну, это никак не совпадает с какой-то моей мечтой. Что у меня нет здесь вот мечты, там, продать больше автомобилей или там, не знаю, там, заработать какое-то очень большое количество денег, потому что я считал, что мне вот важно что-то построить самому. Вот это второй момент. А третий момент произошел вот как раз, когда я ушел из PricewaterhouseCoopers. Это, наверное, самый такой момент, который бы, наверное, никто не сделал. Смотрите, что случилось. Я начал делать мелкие... У меня появились деньги после продажи компании, но это небольшие деньги по нынешним меркам. И я начал делать мелкие инвестиции в маленькие там интернет-компании в России. Ну, я сделал пару инвестиций всего небольших. Но при этом мне хотелось, уже тогда у меня мечта возникла, сделать большую инвестиционную компанию, которая бы инвестировала в интернет. Большую инвестиционную компанию, которая, изначально мечта была такая, большая инвестиционная компания, международная. Опять, ну хорошо, мне не удалось построить международную компанию на рынке там, IT такого, но вот построить международную инвестиционную компанию, это как бы другое. Давай я здесь попробую. И я начал ходить, и вот я говорю, вот я общаюсь там, я встречаюсь с кем-то, я всем начал рассказывать, что у меня есть такая идея. И вот происходит следующее событие. Мне звонит знакомый мне человек и говорит, ты знаешь, а вот здесь вот пару американцев, они ходят, вот у них точно такая же идея. Не хочешь ли ты с ними встретиться, но у тебя возможность с ними встретиться только сегодня, потому что они завтра рано утром улетают, вот у них сейчас есть час, они сидят вот в той-то гостинице, вот если ты можешь, прямо сейчас приезжай. А у меня там дела, все. Я бросаю все и еду туда. И я в результате встречаюсь, ну, таким уже на сегодняшний день известным человеком, известным зачастую не по, значит, по разным вопросам, но действительно уникальным человеком. И люди, с которыми я встречаюсь, это декабрь 99 года. Я встречаюсь с Майклом Калви, Беринг Восток, и с Чарли Райаном, который возглавляет объединенную финансовую группу, то есть с этими двумя американцами. И они мне говорят, вот мы хотим сделать инвестиционную компанию. Я говорю, а я вот это хочу сделать. И они говорят, ну, слушай, может, давай вместе это сделаем. Вот, мы инвестируем такие-то деньги, ну, в начальный капитал. Вот, а ты пойдешь с нами вместе? А сколько ты можешь инвестировать? И я тут принимаю такое решение, совершенно ключевое. И я вот думаю, а сколько у меня вообще денег есть? И у меня оставалось еще от этой сделки, у меня оставалось где-то около 1 миллиона долларов. Я думаю, что я спрашиваю там третьего, там было трое американцев, я спрашиваю третьего, а там ты сколько инвестируешь? Он говорит, я инвестирую миллион. И я думаю, блин, мне надо больше. Я должен больше, чем он. И я говорю, я инвестирую полтора. И начинаю соображать, у кого я одолжу деньги, потому что у меня нет полутора. Вот. Я говорю полтора. И тут они так смотрят на меня и говорят, слушай, а может ты вообще возглавишь всю эту историю? То есть возглавишь эту инвестиционную компанию? И, ну, понятно, что я должен уйти из PricewaterhouseCoopers. Значит, с позиции, когда жизнь удалась, все определено. И я говорю, вот прямо, вот еще вот это очень важно, вот насколько я рискую. Я прямо там. То есть я не говорю, знаете, дайте мне 2 дня подумать, я вот с вами вернусь, все. И я говорю, я готов. Вот просто сразу говорю, я готов. Но чтобы вы представляли себе, что означало это решение. Значит, я старший партнер PricewaterhouseCoopers. Декабрь 99 года. Я не стесняюсь это говорю, у меня доход $600 тысяч в год. Мой доход $600 тысяч в год. И у меня все расписано. Мне осталось 10 лет до пенсии, и если я не сделаю какой-то грубой ошибки, я доживаю до пенсии, а по правилам PricewaterhouseCoopers у меня пенсия $130 тысяч в год до конца моей жизни. И я принимаю решение, что я вот все это как бы, вот потому что мечты там уже у меня нету, а вот здесь у меня есть мечта, и я принимаю решение, что я ухожу из PricewaterhouseCoopers. В общем, я ушел из PricewaterhouseCoopers, я потерял в зарплате, там, не знаю, в 3 раза,
И вот пошел в непонятный инвестиционный стартап, у которого был там, ну, практически мы договорились о том, что мы заходим в Яндекс. Яндекс тогда составлял из 12 человек, ничего не зарабатывал, и вообще не было такой компании Яндекс, а это был проект в крупной дистрибьюторе телекоммуникационном оборудовании, в компании Comtech. И, то есть Comtech должен был выделить Яндекс, мы должны были туда зайти и так далее. Это такой еще. И второй проект, который тоже сразу же был на столе, это Озон, который продавал тогда примерно на 20 тысяч долларов в год. На 20 тысяч долларов в год. Вот. И тоже не был компанией, а тоже был проектом внутри крупной, кстати, питерской, известной вам, наверное, компании Рексофт. В Рексофте это было просто, ну, подразделение, которое вот занималось, кувыркалось вокруг там электронной коммерции. То есть непонятная история. Еще тогда как раз этот кризис пришел, интернет.комов и так далее. Но вот я просто посчитал, что вот это мне офигенно интересно. А в PricewaterhouseCoopers, ну, как бы уже там, ну, там много чего уже я достиг. Я построил самую крупную практику SAP в России. Мы выиграли большой контракт в «Газпроме». Ну, все было понятно. Надо было до пенсии доживать. Вот, и это мне было совершенно неинтересно. И я начал заниматься инвестициями. И получилось довольно успешно, потому что на сегодняшний день мы устроены таким образом, у нас офисы, то есть это инвестиционная компания, инвестиционные фонды, которые называются RTP Global, где я владелец. У нас офисы в Нью-Йорке, в Лондоне, в Москве, в Бангалоре, в Индии и в Сингапуре. Мы работаем на трех континентах. На трех континентах у нас порядка 100 компаний, которые мы проинвестировали вот за это время. И, значит, текущий фонд у нас 650 миллионов долларов, а всего под управлением у нас находится активов компаний, вот технологических компаний у нас под управлением где-то около 4 миллиардов долларов под управлением. И мы реально вот стали известной компанией из России. Я думаю, что мы ранних стадий, мы такой уже достаточно, ну, скажем так, известный фонд с российскими корнями. Нам это иногда мешает, но мы с этим боремся и проходим через всякие трудности российских корней. Но, так сказать, нас знают и в Азии, и в Европе, и в Америке, и это все, в общем, достаточно успешно происходит. Здесь еще один такой момент, пожалуй, последний я скажу, еще очень важно. Я считаю, основным своим достижением это вот умение, ну, даже не умение, что ли, такая на уровне чуйки, ощущений, это построение команды. Вот я об этом говорю, и это я не лукавлю, честно. Вот я своим успехом обязан команде. Ну, просто эта команда, эта вся команда, в общем-то, воспиталась внутри у нас. То есть у нас практически не было такого, что мы рекрутировали какого-то там очень мощного человека себе. То есть вот основная костяк команды, которые сегодня у нас есть, это люди, которые со мной работают там 15-20 лет, которые пришли после студенческой скамьи, а на сегодняшний день они управляют, один управляет всеми инвестициями в Европе, другая управляет всеми инвестициями в Азии. Вот, третий управляет всей юридической структурой, где-то четыре даже, а четвертый управляет, ну, как бы, вот, там, помогает мне, там, не знаю, по всем вопросам, то есть вот такие партнеры у меня. Ну, наверное, к вопросам, да, Вадим, как лучше сделать?
Ну, если можно, я сейчас, может быть, задам 1-2 вопроса для разогрева, а потом мы передадим микрофон в аудиторию. Я прям радикально не согласен с основным тезисом. Вернее, даже поспорь. По поводу того, что вот наука и бизнес – это близко, есть избирательное сродство, что это более-менее одни и те же процессы. И вашими словами же попытаюсь это опровергнуть. Значит, вот этот тезис. Представим себе, да, ученые, значит, это люди, склонные к риску. Они склонны рисковать. Да неужели? Ученые – это risk-aversive максимально. Ученые не рискуют. Ученые, если их куда-то зовут, они обязательно идут. Не, они не идут. Они не ходят, они сидят в своих кабинетах и так далее. Сейчас. Ну, по крайней мере, вот все, что я в основном знаю. Дальше. Ученые, достигнув там должности tenure, получив tenure track или профессуру, значит, с видом на tenure track решают, а, все, я достиг плато, мне это не интересно, вернусь-ка я в Уганду или ЮАР или еще куда-то, или вообще изменю я полностью свою жизнь и начну я заниматься с нуля каким-то бизнесом. Я вообще таких ученых практически не знаю. То есть давайте попробуем вообще-то перейти с уровня индивидуального примера, который очень яркий, но может быть уникальный и совсем не говорящий о том, как устроена жизнь на самом деле, каким-то обобщением. Что есть вообще в ученом, какие предпосылки для того, чтобы заниматься тем более венчурным бизнесом? Рисковать, коммуницировать, принимать быстро решения, стремиться к новому, не бояться что-то потерять. Ну, хотя бы вот это. Ну, я не согласен с тобой вот по целому ряду пунктов. Может быть, действительно, вот последнее только то, что ты сказал, это действительно такое... в чем-то, может быть, уникальное и персональное, это когда я, достигнув какого-то высокой цели, не понимаю, что делать дальше, куда еще взлететь, и я тогда ухожу в другую деятельность. Это действительно такое, ну, персональное. Я даже не могу это рекомендовать кому бы то ни было, потому что, ну, в общем, это рискованное дело. А вот относительно того, чтобы встречаться, коммуникировать и относительно того, чтобы что рисковать, вот с этим я не согласен. Потому что, ну, я все-таки из-за того, что я там 17 лет занимался наукой, я видел, как люди и рискуют, и как люди из-за того, что они встречаются, знакомятся специально зачастую, какую они ценность получают, какие они новые знания получают, потому что если они видят, ну, не крадут, что называется, но видят реально, и с ними делятся очень важной информацией, которая помогает. Зачастую, кстати, я видел, как кто-то очень сильный, например, очень сильный математик в одной области реально советуют математику в другой области, как лучше подойти к решению, там, не знаю, к доказательству какой-то теоремы. И это происходит только потому, что они встретились, что вот тот, кто, у кого эта проблема, он с кем-то хотел посоветоваться там, и так далее, и так далее. То есть я считаю, что вот процесс обмена информацией и коммуникации здесь очень сильно совпадают. А что касается рисков, сколько угодно. Я знаю людей, у меня даже такой есть родственник, который, рискуя вообще своей карьерой, ну, на протяжении, там, не знаю, 20 лет, пытался доказать некоторый очень тяжелый результат. И это риск, который он на себя взял. Он в результате не защитил даже кандидатскую диссертацию, потому что он считал, что тем самым он отвлекается от того, что вот он хочет, у него была мечта вот доказать вот это, там, получить вот этот научный результат. Это человек, который взял на себя колоссальный риск, поставил под риск свою семью, потому что он в результате не зарабатывает столько, сколько он мог бы зарабатывать, если бы он шел по какой-то менее рисковой стезе и карьере. А вот что касается действительно смены деятельности, это я согласен, да, это индивидуально. Есть еще один вопрос, да, и потом обязательно дальше. Вот вы описывали
контекст начала 90-х, развития предпринимательства, в том числе предпринимательства в сфере IT или компьютерных наук. И в этой ситуации не было, конечно, не было денег, не было государственной поддержки, не было разных программ научно-технического развития. В общем, всего того, что мы сейчас слышим из каждого утюга. Сейчас, соответственно, государство пытается развернуть национальные проекты наука и образования, программы научно-технического развития, поощряет там технопарки, разные кластеры, программы там, совершенства и как, в общем, разные центры, я уже забыл, как они называются, превосходство, да, где должно развиваться и наука, и предпринимательство, и где те самые молодые ученые, энергичные, собственно, как вы, должны применять свои навыки в поле предпринимательства, прямо целая национальная программа. И вот мы знаем, оглядываясь назад, что в 90-е годы это как-то произошло, но не знаем, произойдет ли сейчас. У меня вопрос, правильным ли путем мы идем? И будет ли какой-то эффект? Если что-то не так, то почему там не будет этого эффекта? Что не так в современных программах поощрения предпринимательства? Ну, если мы говорим о предпринимательстве, то я не знаю, получится ли что-то и будет ли какой-то всплеск, потому что у меня были на достаточно высоком уровне разговоры на эту тему. И я приводил в качестве примера Китай. Ну, в Китае на сегодняшний день там более, скажем так, в Китае отсутствует политическая свобода вообще. Отсутствует. Но в Китае очень большая экономическая свобода. В Китае очень большая экономическая свобода. И для Китая было очень важно. Там, знаете, какая история произошла? Очень интересно. Причем это относительно недавно. Это 2017 год. В мае 2017 года программа программа искусственного интеллекта британской компании обыграла чемпиона мира по игре в Го. Обыграла китайца, там было 4 матча, она вчистую софт вынес этого чемпиона мира, а игра Го, она наиболее сложная, она сложнее шахмат. И когда это произошло, то китайцы в течение буквально 6 недель разработали государственную программу инвестиций в искусственный интеллект и развитие предпринимательства. Значит, основным моментом развития предпринимательства у них стала идея на государственном уровне – это пропаганда предпринимательства. То есть идея была в том, чтобы молодым ребятам создать крутые цели, при которых они могли бы видеть, что если они достигают успеха как предприниматели, то они становятся звездами. Они становятся такими же звездами, как звезды спорта или там звезды шоу-бизнеса. То есть вот началась пропаганда, они это назвали пропаганда массового предпринимательства. Это когда там чуть не в приказном порядке, но там особо приказывать не надо было, там мэры всех городов побежали строить эти там инкубаторы, открывать, там специально выделять здания, где бы, так сказать, молодые ребята, предприниматели могли бы что-то начинать. Но главное, это была, очень важно, была пропаганда массового предпринимательства. Вот, и это удивительно, я вот несколько раз бывал в Китае, но когда встречаешься с студентами и видишь, что большинство из них, может быть, даже, там, не знаю, процентов 70, мечтает стать предпринимателями успешными, потому что у них есть звезды, иконы предпринимательства.
Это, конечно, дорогого стоит, и, так сказать, страна совершенно развивается совершенно по-другому, потому что есть вот поддержка массового предпринимательства. Ну, вот я как бы все слова произнес, я и вот этот пример приводил, но пока не вижу, что там что-либо происходит. Более того, я даже разработал конкретную программу и показывал на слайдах, как это можно было бы запустить в России, но пока я не вижу каких-то шагов в эту сторону, поэтому мне трудно сказать. Это немножко обидно, потому что ну, мы вот занимаемся инвестициями, мы видим, насколько действительно талантливые ребята в России есть, насколько у них интересные идеи. Вот, понятно, значит, что можно было бы строить очень интересные проекты, но при этом, ну, как бы так сказать, в целом среда не очень этому способствует, на сегодняшний день, во всяком случае. Леонид, здравствуйте. Спасибо большое за лекцию, возможность вживую вас увидеть. Меня зовут Федор Ченков, я начинающий венчурный инвестор. Сейчас закрываю такую первую более-менее крупную сделку на миллион долларов. И когда я увидел название лекции, я вообще подумал, что она будет немножко про другое. А можете без микрофона сказать? Что? Вот без микрофона, говорите. Да, да. Я думаю, что лекция будет про то, что вы видите общего в успешных предпринимателях. То есть на ранней стадии проектов, что вы видите, увидели общего там, в основателях Озона, Яндекса, Datadog, Delivery Hero и так далее. Лично мое мнение, да, я смотрю на то, чтобы у человека, понятно, был ум, то есть способность видеть, ходить неочевидные какие-то решения самостоятельно и агрессия и самоуверенность. Вот. Что важно для вас, какие психологические качества в основателях важны для вас? У предпринимателя, да? Ну, у основателя стартапа. У основателя стартапа, да. Ну, во-первых, действительно, вот то, что я говорил, у него должна быть мечта, и мне важно почувствовать, что у него есть вот такая мечта. У нас было два случая, когда мечта у предпринимателя, ну, то есть не мечта, а как бы цель, я уже мечтой не могу назвать, цель была у предпринимателя, это заработать X денег. И когда его компания вырастала до такого уровня, когда вот эта X становилась реальной, несмотря на потенциал компании и возможность дальнейшего роста, основатель хотел продать ее. Ну просто потому, что вот он увидел там деньги, может быть, наверное, первые относительно большие деньги в своей жизни. И у него не было... Вот для меня важно, чтобы у предпринимателя была мечта построить там, ну, скажем так, великую компанию в своей области, великую компанию в своей области. Я, чтобы видел, что он вот просто стиснув зубы, он будет туда двигаться. Он будет туда двигаться. Он не будет распыляться. Потому что, знаете, иногда бывает так, что встречаешься с предпринимателем, он для того, чтобы показаться еще более крутым, он говорит, ну вот эту мы компанию посмотрели, Леонид, знаете, а у меня еще пару проектов есть. И это все, это красный свет. Это называется болезнь предпринимателя. Вот. И это первое. Второе... Очень важно почувствовать, а как он будет, какая у него команда или как он будет строить команду. Потому что мне очень важно увидеть, что он, у него не будет такого стопора или аллергии на то, чтобы брать к себе в команду людей сильнее его. Потому что одна из проблем, которую я часто вижу, это основатель, царь горы. И у него второй уровень, его заместители, они слабые.
ну, просто так получилось, они слабые. И когда ты пытаешься предпринимателю сказать, а вот, ну, может быть, вот почему, возьми бы там сильнее и так далее, он не делает этого. Потому что ему, он почему-то считает, что он тем самым свой авторитет потеряет. То есть если у него будут крутые заместители, и вообще в команде будут люди круче него, то это значит, что он потеряет авторитет. Это очень частая ошибка. Вот у меня этого нет. У меня каждый из моих, вот, так сказать, партнеров в моей команде, каждый из них в своем деле, ну, на голову сильнее меня. И в этом была вся идея. То есть я, как, вот еще мне важно понять, что он имеет такую ментальность, что это не лидер, который вожак стаи, за которым там все бегут, а что это лидер, который будет мотивировать и создавать в компании среду для максимальной реализации своих сотрудников. И что он это понимает. Когда это стартап, этого еще нет. Но очень важно, что он вот это как, вот надо понять, что он, наверное, так будет действовать. Но самое еще важное, что это уже не связано с предпринимателем. Вы спросили про предпринимателя, но еще один момент, который для меня ключевой, и это мне помогает опыт, это почувствовать и понять, чувствует ли сам предприниматель масштаб того, что он делает. Потому что очень многие занимаются интересные там проектом, интересный бизнесом, но это не имеет масштаба. То есть, вернее, масштаб ограничен. Ну, я снова всех призываю, кто еще не видел. Это же потрясающий фильм. Он потрясающий фильм не как кино, а он потрясающий про историю. Есть фильм, надо, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Это фильм про историю создания Макдональдс. Фильм называется «Основатель». По-русски он называется «Основатель». Это про то, что как вот два брата Макдональдсы, значит, основали кафе где-то там на Среднем Западе, быстрого питания, и вот они придумали эту технологию, когда все очень быстро изготавливается, все-все. И к ним приехал коммивояжер, просто потому что они заказали там, не знаю, 10 миксеров. И коммивояжер лишил вот этот мужик, который просто продавал эти миксеры, он решил сам поехать вот хрен знает куда, чтобы посмотреть, что за чуваки заказали 10 миксеров. И он приезжает с этими 10 миксерами, и он видит то, что они сделали, и он начинает их убеждать, что это надо тиражировать, что надо другие такие же кафе открывать, а они ему говорят, не надо. Вот нам здесь хорошо, у нас здесь отлично все идет, у нас здесь хорошее качество и так далее. И в результате он, вот этот коммивояжер, по технологиям братьев Макдональдс, строит вот тот Макдональдс, который мы знаем. И поэтому он основатель Макдональдс, а не вот эти два брата. И вот этот момент, связанный с тем, что, чтобы понять, что у предпринимателя есть амбиции построить что-то очень большое. Потому что для инвестора, нет, для предпринимателя это хорошо. У него есть прибыль, у него есть хороший заработок, у него там, это, не знаю, семейный или полусемейный бизнес. Таких же очень много бизнесов. Но эти все бизнесы не для финансового инвестора. Потому что финансовый инвестор должен видеть, что будет как очень принципиально другой масштаб. А может так быть, что это такой бизнес, даже не потому, что предприниматель этого не хочет, основатель, а потому что он занимается нечто, что вполне прибыльно, хорошее, но это никогда не будет очень большим. Здравствуйте. Хотел бы вас спросить, как у специалиста по инвестициям. Вот мой знакомый не далее, как полгода назад, разместил акции своей компании Arrival в Великобритании, исходя из оценки в 13 миллиардов долларов. При этом я немножко знаю кухню этой компании, и они планируют когда-то, возможно, выпустить электромобили. На данный момент они даже не знают, какова у них будет себестоимость. И в целом мы знаем достаточно много компаний, которые оценены в очень большие деньги, которые никогда не были прибыльными. А как такое вообще, вот что за странную эпоху мы живем, и как в этих сложных условиях анализировать и вкладывать деньги в
акции данных компаний или нет? Потому что, видимо, ни фундаментальный, ни технический анализ не применим. Это вы говорите о Денисе Свердлове, да? Да. Йота, да, у него он возглавлял Йоту, да. Смотрите, это как раз вот тот самый случай, когда рынок оценивает будущее в смысле масштаба. И рынок может ошибаться. И таких случаев было очень много. Это первое. Второе заключается в том, что сегодня на инвестиционном рынке очень много денег. Никогда не было столько денег, сколько есть сейчас. А соответственно, всевозможные там и эндаументы, и, так сказать, там фонды там крупные и так далее, они же не могут сидеть на деньгах, им надо инвестировать. И поэтому на сегодняшний день действительно многие оценки не отвечают реалиям бизнеса. Не отвечают реалиям бизнеса. Ну, допустим, я не говорю там плохого, потому что я 19 лет был там, но никто не ожидал, что Озон будет стоить больше 10 миллиардов долларов. Озон больше стоит больше 10 миллиардов долларов, это же убыточная компания. Вот, да. Ну, я 19 лет в Озоне и член совета директоров, поэтому, когда я увидел этот результат, я, конечно, восхитился ребятами и, так сказать, это потрясающий результат, но если бы меня спросили, я никогда не мог предвидеть, что этот будет такой результат. То есть это все оценки, которые люди считают, что там, не знаю, через 10 лет будет очень большой масштаб, и это будет. И они вкладывают. Но я, естественно, не рекомендовал бы покупать акции вот на таких ситуациях. Но у меня и нет такой, вот знаете, что очень важно, у меня нет такой практики, потому что мы вообще не покупаем акции публичных компаний, и мы фонд ранних стадий. А почему? И это, знаете, такая ситуация, если ты видишь хороший стартап, и тебе кажется, что это интересная модель, у нее есть перспектива, хорошая команда, и, наверное, будет масштаб, и они приходят к тебе и говорят, а мы стоим 50 миллионов. А ты понимаешь, что они стоят не больше 20. То на самом деле это не важно. Это не важно на этом этапе, это 20 или 50. Потому что ты закладываешь на то, что они будут стоить миллиард. А если ты веришь, что они будут стоить миллиард, то какая тебе разница? Получается, что в вашем случае вам важно то, насколько эта компания будет интересна потом тем инвестфондам, которые сидят сейчас на излишних денег. То есть, скорее, тогда важна не ценность компании, а ее привлекательность потом. Логично? Нет, ценность компании. Ну, в моем случае это ценность компании. Я не думаю про тех, которые будут потом. Я не думаю даже про них. Я думаю о том, что компания делает, и, как мне кажется, куда она может вырасти. Вырасти не в смысле того, сколько за нее там могут дать денег, а в смысле своих результатов бизнесовых. Во-первых, мы не продаем другим инвестфондам свои акции. Мы привлекаем, там, компания может привлекать других инвесторов дальше и больше. И мы тоже, кстати, в этом участвуем. Мы участвуем в 3-4 последующих раундов. Но основные наши выходы на сегодняшний день были только это IPO, то есть публичное размещение акций компании или продажа, или покупка компании стратегом. Но еще раз, вот я еще хотел про себя одну вещь сказать, это не лукавство, многие посчитают, что это лукавство. Я никогда не мерил свой успех деньгами и никогда вообще не думал про цифры. А я всегда думал про то, чтобы сделать какой-то крутой проект. Ну, не знаю, там, доказать теорему, которую я никак не мог доказать. Вот, создать эту самую, вот, сделать этот гигантский IT-проект, которого не было практики построения такого проекта. Вот, или там, найти уникальную компанию типа там, Яндекс и Datadog и так далее. Вот это. А, значит,
А деньги тогда, если ты ставишь цель, на самом деле, вот такую больше, скажем так, проектную, вот что-то такое сделать крутое, не денег, а вот что-то сделать такое крутое, а деньги сами собой тогда приходят. Потому что я знаю массу людей, которые говорят только про деньги, которые приходят, допустим, ну, у меня есть знакомые, они говорят: Леонид, ну, скажи, как наживать. Скажи, как наживать. А они не мыслят проектами. Они мыслят, вот как действительно цифрой денег. Еще раз говорю, это мое персональное. Это не значит, что я всем так рекомендую не думать про деньги. Да, спасибо. Леонид, добрый вечер. Меня зовут Алексей, университет ИТМО. Я из позиции ученого задам вопрос. Соответственно, ну, во-первых, я согласен с вами, что если заниматься наукой, и ну, на хорошем уровне заниматься наукой, то это очень похоже на предпринимательскую деятельность. И там большой риск и так далее. Спасибо за поддержку. Ну, вам она не нужна и так. Так вот мой вопрос. Я буду спрашивать как ученый, то есть как вы лучше меня знаете, исследовательский процесс мы можем описать из двух частей. Это постановка задачи, работа с фронтиром и так далее, и реализация исследовательского деятельности. Ну, то есть вот поставили задачу и реализовали. И в целом, более-менее сейчас, ну, как минимум в области физики, в электромагнетизме, чем я занимаюсь, в основном постановка задачи – это ключевое, работа с фронтиром. А реализация исследовательской деятельности, ну, там, армия, не знаю, русских аспирантов, китайских аспирантов, русских кандидатов и так далее. И все это сделать можно. А вопрос, вот, когда мы говорим про предпринимательство и про инвестиции, вот там вот можно разделить вот этот процесс на, ну, условно на два основных? И вот мне кажется, что там не так тривиально. Да, там устроено таким образом. Значит, у нас есть понятие идея и понятие реализации. Ну, вот, значит, в вашем случае, то есть у нас не постановка, можно считать постановка задач. Ну, я это называю идеей. Вот есть идея. Супер, крутейшая идея. Никто, вот, как бы этот человек, он первый вообще до этого дошел и эту идею сформулировал. Значит, это максимум 20% успеха. 80% успеха – это реализация. Потому что в мире гигантское кладбище похороненных идей. А не Facebook первым придумал сети, не Google первым придумал поиск и так далее, и так далее. Но просто реализация даже не ими придуманной идеи, она оказалась намного более эффективной и успешной, чем реализация тех людей, которые были первыми. Здравствуйте. Так, без микрофона. Удобнее говорить, да? Да. Особенно в вопросе, так сказать, фокусировки. Вы тоже затронули этот важный вопрос. Очень хорошо слышно. Не надо. Вы тоже затронули этот важный вопрос, потому что с одной стороны... Это просто не записывается в нашей трансляции в этом случае, понимаете? Прошу прощения.
Ну, еще раз вопрос фокусировки. Да, вот так, хорошо. Хорошо. Вопрос фокусировки в этот момент, когда какой-то идет цикл, и, значит, там разбросаешься, будет, как вот вы рассказывали про фаундера, у меня еще 2-3 здесь мелких проекта, а с другой стороны, развороты иногда надо делать. Вот в такие моменты лучшие практики, как вы вот это совмещаете? Ну, знаете, здесь, наверное, нет универсального ответа. Вот. Это... Уж если был бы универсальный ответ, было бы значительно меньшее количество неудач. Ну, я могу сказать такую, как бы, тривиальную и банальную вещь, что, конечно, не просто очень важна, а просто супер важна воля. Потому что мне как-то один мой знакомый, который был топ-менеджером в одной очень крупной компании, захотел уйти, что называется, в свободное плавание, стать предпринимателем, он мне задал вопрос: Леонид, что самое вот важное для успеха? Там образование, там связи, начальный капитал, чтобы был, там много чего перечислил. А я ему сказал, важны только три вещи. Я ему сказал: воля, еще раз воля и еще раз воля. Вот. И поэтому, когда ты сталкиваешься какой-то неопределенностью, когда ты попадаешь на какую-то развилку, то решения здесь могут быть как бы разные, потому что ты должен уметь оценить. Вот, ну хорошо, если перед тобой стена, то ты должен уметь оценить, стоит ли ее бодать головой, потому что ты ее не разобьешь головой. Вот. То есть ты должен оценить, что все-таки вот какие есть шансы, чтобы прорваться через вот эту вот ситуацию, которая, может быть, даже выглядит как тупиковая, но, может быть, все-таки есть какая-то возможность. И если ты считаешь, что все-таки это не бесполезное дело, то дальше надо проявлять волю и стараться это дело дожимать. Ну, вот это у меня это каждый раз возникало. Вот я вам привел пример там из науки, теорему, я там никак не мог этот результат год получить. Но я бы уже давно, мне же от этого особого, я мог чем-то другим заняться, в смысле, в науке. Ну, то есть, ну, не этим результатом, я мог другую задачу посмотреть, и все. Но меня завело то, что я не понимаю, какой там результат. Я уже не говорю про то, что я так могу сказать в шутку. Вы знаете, это настолько в меня было погружено, вот я хотел понять, что я увидел этот результат на свидании с девушкой. Вот это реально, я не шучу. То есть вот я был с девушкой, и вдруг меня осенило, какой оптимальный алгоритм. Вот. Ну, то есть вот этот момент. А вот развилки, я тоже про себя скажу, это очень индивидуально. На некоторых развилках, когда я не понимал, пойти налево или направо, я реально отпускал вожжи. Вот были такие моменты. Вот когда я даже сидел на двух стульях некоторое время, потому что я все-таки не понимал, какой стул отбросить надо. Я понимал, что в конечном счете я не могу сидеть на двух стульях, я должен что-то отбросить. Но были такие периоды, они, может быть, были короткие, ну, точно не больше года, максимум год. Но когда я вот реально, ну, я считал так, знаете, как бросить вожжи, и вот лошадь, она сама пойдет либо налево, либо направо. Леонид, спасибо большое за рассказ и за то, что вы делитесь своей жизнью. И из рассказа она формирует такую математически красивую лестницу понятных шагов, где есть ступеньки, и кажется, что текущая деятельность инвестиционная – это тоже… А можно тоже без микрофона? Потому что вы знаете, да, что получается? Идет, да, наклон, наложение на то, что вы говорите, идет… наложение из динамиков, и очень тяжело. Да, хорошо. А то, что я говорил до... Просто громче. Было... Да, да, не сейчас, нет, тоже говорили нормально, но просто напряжение большое. Ага.
И кажется, что текущая инвестиционная деятельность – это тоже, если продолжать интерполировать эту идею, это тоже лишь ступенька. Как вам кажется, а что может быть следующим для вас? Есть ли у вас ощущения? Спасибо. Вы знаете, я этим летом, мы все сидели в ковиде, в этом самом, в запертые, и я провел по Зуму такие длинные беседы с каждым человеком из своей команды, спрашивая его, задавая ему 4-5 вопросов. Основной мой вопрос был, самый первый, это в чем его мечта? В работе вот у нас, в RTP Global, в чем его мечта профессиональная? Вот. И на этот вопрос, значит, они практически вот все сформулировали, и меня это очень порадовало, что их мечта, чтобы мы через 10 лет были одним из топовых инвестиционных фондов в мире, технологических ранних стадий, вот мы распознавались бы там, не знаю, в топ-10 фондов мира, чтобы мы туда пришли. Вот. И это совпадало, дело в том, что я их спрашивал, но я порадовался-то, потому что это моя как бы следующая мечта. То есть мне удалось построить международную компанию. Вот у меня мечта была, я вам сказал, что я все время хотел, будучи там россиянином, я считал, что это очень круто, что вот если я, будучи россиянином, к счастью, таких россиян все-таки существует много уже на сегодняшний день, но я буду один из них, который построит международную компанию, не только чисто там российские инвестиции. Потому что первые 10 лет своей инвестиционной работы мы занимались только Россией. Это были только российские проекты. И только в 2011 году мы пошли за рубеж, потому что из-за IPO Яндекса у меня появилось достаточно денег для того, чтобы начать строить международную историю. И сейчас вот это строительство, оно, скажем так, уже там первый этап закончен, уже сейчас понятно, что делать на втором этапе, и мы уже начали это делать. И вот такая есть там цель, мечта. Ну и кроме того, я, естественно, хочу, чтобы все мои сотрудники стали очень богатыми людьми для себя. Ну и, кстати, это есть, знаете, вот очень интересно, у нас был такой большой успех последние 2 года, и когда четверо моих сотрудников заработали, в общем, четверо членов команды заработали аж примерно 150 миллионов долларов на четверых. Вот. Они не являются совладельцами, они участвуют в прибыли. Вот так получилось, и это для меня было чуть ли не самым там большим счастьем за 2 года, что ребята и другие члены команды увидели, что да, это работает, если мы успешны, то это мы все крутые. То есть крутая команда и крутая компания на мировом уровне. А можно все-таки, я знаю, что есть вопросы, но я очень боюсь, что эта тема уйдет. А я знаю, что с точки зрения, так сказать, внутренней страсти она важна. Все-таки это триатлон. Можно вернуться вот к этой развилке, поскольку это инвестиции энергии и времени огромные. Ну давай я расскажу. И риски нужно отнять от основной инвестиционной деятельности. Почему все-таки это возникло, и это помогает или мешает? Зачем это все? Ну действительно, я скажем так, я случайно увлекся триатлоном, когда мне было уже 62 года. А до этого я не занимался никаким спортом с тренером. Ну, понятно, что я там как дачник играл в теннис, как дачник катался на горных лыжах. Вот. Но я не умел плавать кролем, я умел плавать только таким дачным брасом и на спине. Вот. На велосипеде я последний раз сидел в школе,
И, в общем, ну, знаете, как это бывает? Я прочитал, мне подарили на Новый год, мне мой приятель подарил книгу великого триатлета, такого австралийца Криса Маккормака, четырехкратного чемпиона мира, и сказал: Леонид, это не про спорт, это ты читай ее не как про спорт, а вот ты читай ее как предприниматель, потому что там очень много про целеполагание и волю, и как это важно, цели и воля. И я ее прочитал, ну, она действительно очень интересная книга, она называется как раз «Я здесь, чтобы победить», Крис Маккормак. И что-то меня как-то торкнуло, что дай-ка я проверю свою выносливость, я пошел в обычный спортклуб. Я из этой книги посчитал, что самые короткие дистанции – это вот олимпийская дистанция, где надо проплыть 1,5 километра, на велосипеде 40 и пробежать 10. Я пришел в обычный спортклуб с бассейном один, я туда вообще очень редко ходил, залез в бассейн, ну, кое-как проплыл, вылез из бассейна, быстро обтерся полотенцем, побежал в зал, сел на велотренажер и начал крутить 40 километров. Это было самое тяжелое испытание, потому что, простите, задница не привыкла к седлу, поэтому после 20 километров уже был, очень было, ну, реально было больно. И, в общем, я как-то стиснул зубы, дотерпел, потом проковылял 10 километров на дорожке. Это все вот так, прямо без всякой подготовки и без всякой тренировки. И я что-то был такой счастливый, что я это сделал, я это перетерпел, все, что я подумал, а вот если я чуть-чуть потренируюсь, то с тренером, то насколько же я улучшу свой результат. И я это самое нашел тренера по триатлону, купил велосипед, начал тренироваться. И что-то я так быстро прогрессировал. А ты понимаешь, что, ну, вы это знаете по любой деятельности. Если ты в какой-то деятельности быстро прогрессируешь, то тебя это начинает захватывать. Тебя это захватывает, это просто как наркотик такой. Вот. И я так быстро прогрессировал, что через 6 месяцев, вот после этого испытания первого, я поехал на половинку полного айронмена в Майами. И совершенно неожиданно для себя, для своего тренера, там, для своих друзей, я оказался в призерах, ну, в своем возрасте. Но все-таки там было 30 человек моего возраста, американцев, в Майами. И я оказался третьим. Меня вызвали на подиум. Я был счастлив, как вот когда выиграл биологическую олимпиаду. Я просто был на 7-м небе. Просто как такой пацан, который вообще что-то такое сделал. Ну и дальше я увлекся этим, я продолжал тренироваться. Еще через 12 месяцев, ну, уже на большом таком старте полного айронмена. Полный айронмен — это действительно, это надо плыть 3,8 километра, ну, практически 4, потому что там не плывешь по прямой. Считай, 4 километра надо плыть, 180 километров ехать и потом бежать марафон 42. И там было много, там было 70 человек моего возраста. Я занял второе место и напрямую отобрался на чемпионат мира на Гавайи. Вот. Ну и вообще так как-то получалось, что я, наверное, участвовал в 15 разных гонках, из них там 10 раз был в призерах. Вот. Ну, из этого, кстати, очень интересно. Вот я прочитал книжку Маккормака, вот как важно ходить. И тут я узнал, что Маккормак приезжает в Москву, и там с какой-то лекцией будет выступать в Крокусе. Там какой-то был по здоровому образу жизни, какой-то форум и так далее. И я пошел туда, я с ним, вот так я к нему подошел, встретился, познакомился, все. Потом он, и как так получилось, что мы потом пересеклись в Лондоне, и мы сидели, обедали вместе. А у меня еще одна была мечта в юности. Ну, не только в юности, а уже и позже. Я мечтал изобрести новый вид спорта. Ну, вот это же круто, да, придумать новый вид спорта. И вот мы сидим и начинаем обсуждать то, что вот длинный триатлон совершенно не интересен. Ни для кого, кроме самих триатлетов. Потому что его смотреть невозможно, это нудно. Вот они едут, крутят педали непрерывно и так далее. Ну, не очень интересно. И что вот... И, короче, мы придумали крутой проект.
И мы его основали вместе с Крисом. И он уже, так сказать, работает и очень известен в мире. 4 года мы основали первую коммерческую лигу, суперлигу триатлона, в которой соревнуется вся элита мировая триатлона. Соревнуется. Значит, основные вещи это следующие. Мы придумали новые форматы триатлона. То есть это, да, это плавание, велосипед, бег, но они очень короткие. Это суперспринты. Значит, это 3 триатлона подряд, вот этих коротких. Но каждый из них мужчины заканчивают за 15-16 минут. То есть все соревнования, 3 триатлона длится час. Это моментально стало суперинтересно телевизору, вот, и вообще, так сказать, смотрению. Потому что даже люди, которые стоят на трассе, они видят атлетов каждые там, 90 секунд. Каждые 90 секунд они мимо них либо проезжают, либо пробегают. Это совершенно другое смотрение. Вот. И плюс к этому мы, вот сейчас, когда была пандемия, мы еще изобрели триатлон в закрытом помещении. У нас было 3 старта, 2 раза Роттердам и Лондон. Вся элита приезжала, там призеры Олимпиады, чемпионы мира у нас соревнуются. Вот. И это, кстати, очень интересно, потому что тут еще мощная технология у нас. Значит, как устроено? 50-метровый бассейн, 10 дорожек. По бортику стоят тренажеры, велосипедные и беговые. И на всем этом работает сейчас, ну, люди, которые там тренируются, знают велосипед или бегать любят, уже знают эту компанию, софтверную Zwift. Компания Zwift, которая эмулирует то, что делает человек на тренажере, она эмулирует в аватар, и этот аватар виден на экране. Это действительно потрясающий софт, потому что ты можешь тренироваться со своими знакомыми, где бы они ни находились. Потому что там твой приятель где-то в Канаде, ты только с ним договариваешься, что вы в одно время будете крутить тренажер. И ты видишь его аватар, ты видишь на экране, вы вместе едете по какой-то трассе, вы выбираете трассу, и она реальная будет трасса, у тебя велосипед отвечает, там гору едешь ты или там под гору, повороты, все это как бы там имитируется, видишь его аватар, он там аватар в этой же майке, в которой ты своего приятеля, еще там идет всем надпись, там это там, не знаю, мистер Смит или там Джон какой-то, ты знаешь, это твой Джон, твой приятель, вот вы там едете вместе, а где вы находитесь. А тогда на этом соревновании что получалось, что картинка, которая шла на телевизор, это с одной стороны вот эти аватары, и видно, то есть это реально, ты видишь, вот как они друг по отношению к другу. Вот если этот едет сильнее, а этот едет слабее, точно так же вот их аватары разделены будут. А кроме этого, значит, слева на экране картинка, где там они реально вот там мощно там крутят или бегут, все это видно. Внизу дается скорость, с которой они это делают, или мощность, если это велосипед. А справа, как в Формуле-1, в какой... кто первый, кто второй, кто десятый, и сколько там секунд между ними расстояние. И в результате это получилось бомба, и там 160 стран показывало вот эти наши гонки. Мы это называем SLT Arena Game. Ну, вы можете все, это все есть в YouTube. То есть, если вы наберете в YouTube Super League Триатлона, ну, по-английски, Super League Triathlon, то вы увидите огромное количество вот этих наших стартов в самых разных странах мира, которые мы делаем последние 4 года. Вот такой проект у нас с Крисом Маккормаком возник. То есть, видите, как важно встречаться и общаться. Хотелось задать вопрос. Какие качества дала вам именно наука, которые вам помогли в предпринимательстве? Ну, главное качество – это, вот, пожалуй, когда ты терпишь неудачу, то надо через это пройти, проявить волю.
То есть главное качество — это тоже воспитание, ну как бы, я так могу сказать, это умение проходить через неудачи. Ну, потому что в науке сколько угодно можно неудач, что-то не получается, кто-то тебя там опередил, что-то тебе, там, твою статью не публикуют и так далее, и так далее. Но вот через все это приходилось проходить, и это с одной стороны, то еще раз, умение преодолевать какие-то трудности, проявлять волю. Но еще очень важно это, наверное, креативность мышления. Потому что если ты занимаешься наукой на таком достаточно серьезном уровне, то ты занимаешься ей, ну, скажем так, оригинальным образом, что ли. То есть ты же не решаешь известную задачу, которую, ну, понятно, что надо сделать первое, второе, третье, четвертое, и вот там будет решение, потому что эта задача как бы известная. А ты каждый раз, если ты занимаешься серьезной наукой, ты идешь в неизвестное. И вот это такой опыт прохождения через неизведанное в науке, это то же самое, как ну, в любой другой деятельности, при условии, что ты работаешь на высоком уровне. Потому что если ты работаешь на таком каком-то приземленном среднем уровне, то это такая рутина, и там нету этих моментов, и ты не растешь. Вот так. Леонид Борисович, очень приятно, что вы нам столько всего рассказали. Вы повидали в своей жизни очень много коммерсантов, причем как российских, так и за границей. Я считаю, что вот в науке мы преуспели, программисты у нас одни из лучших в мире, а вот коммерсанты, на мой взгляд, еще пока не настолько там в мире себя проявили. Что вы порекомендуете именно российским предпринимателям, коммерсантам, над чем нужно поработать, чем мы отличаемся, или, может быть, на что нужно обратить внимание? Ну, мы с вами понимаем, что мы говорим, наверное, там, что статистически вот таких как бы правильных, что ли, коммерсантов, их просто там, ну, скажем, меньше, да, а и статистически там коммерсантов, которые не такие, как хотелось бы, как надо было бы, чтобы они были успешны, их там меньше, да, вот, потому что есть и те, и другие. Ну, мне кажется, просто есть, я не знаю, связано это с культурой или что с чем-то, но так получилось, что есть очень сильные стороны вот, у российских, я бы так сказал, вообще, ну, у россиян. И есть слабые стороны вот в том, где бизнес. Опять же, статистически, потому что есть люди, которые сильны, вопроса нет. Смотрите, вот... Значит, в целом нам плохо даются рутинные какие-то операции, будь то рутинное программирование или решение достаточно там рутинных задач и так далее. У нас, видимо, в культуре как бы очень важно, что ты что-то уникальное сделаешь. Вот действительно там подковать блоху одну, вот у нас это, мы можем быть там лучшими в мире. А выпустить в массовое производство вот блох, который вот так будет подкованный, вот тут у нас большая проблема. А зачастую вот как бы в бизнесе очень важно следовать определенным процессам. И вот это то, что тоже не очень мы любим. То есть когда нужна такая дисциплина, причем эта дисциплина там не на конвейере, где все достаточно просто и там зачастую думать не надо, а когда дисциплина, связанная с тем, что надо думать. И вот и здесь вот зачастую как бы ну, в массе своей, что ли, мы видим, что люди вместо того, чтобы просто выполнить
правильно какие-то шаги, они начинают что-то выдумывать, и это сказывается на эффективности работы. Вот. Ну, это первое. Второе, ну, не, там, может быть, даже еще более важное, это все-таки вот опыт наряду с вот пониманием наилучших практик, то, что я сказал. То есть то, как... То есть не выдумывать зачастую определенные вещи заново, потому что большинство вещей, так сказать, есть наилучшие практики, где вот это уже все понятно, как это делать. Мы часто, наши коммерсанты часто пытаются придумать, изобрести велосипед, если так можно сказать. И это тоже неэффективно на самом деле. А еще возникает такая вещь, как не очень любят, вот, ну, может быть, это связано с тем, о чем я говорил, из-за того, что не очень любят многие общаться, из-за этого не знают, а что же происходит вообще в мире, или даже что происходит у соседа. И начинают предлагать делать то, что давно уже известно, и более того, тратят, даже не предлагают, а тратят на это время. И я обращаю внимание, что очень часто вот в чем отличие такое, что, вот сейчас я скажу, вот есть такое ощущение, что уровень наивности выше. Вот я не сталкиваюсь с таким уровнем наивности на там, я не знаю, в Европе, в Америке, даже в Индии, с каким я сталкиваюсь вот в России, вот когда приходят многие предприниматели с идеями, и ты понимаешь, что то, что он предлагает, наивность. Вот это наивно. Но это не будет работать. Ты начинаешь там, если, ну так получается, что если ты все-таки хочешь ему там помочь и что-то подсказать, то зачастую начинаешь с ним разговаривать, и ты видишь, что насколько он наивен. Вот это такой тоже момент присутствует. Может быть, это связано с малым временем развития предпринимательства, с малым опытом, тоже, ну, то, что я сказал, то, что люди не смотрят по сторонам, не смотрят, что, как другие что-то делают, что делают и так далее. Они придумывают что-то, и там вот им кажется, что да, вот это вот там круто, я это придумал, я сейчас это буду делать. А оказывается, два часа у нас прошло. Наверное, пожелаем успехов в спорте, прежде всего. Спасибо. И ученым, наверное, больше склонности к риску. Да. Спасибо большое за то, что были с нами.